В ефірі прес-центр. Я Олена Андрющенко. Вітаю. У Дніпрі стартував міжнародний джазовий фестиваль «Джаз на Дніпрі 2019 New Story». І сьогодні у нас у гостях Тетяна Дробахіна, пердиректорка фестивалю, та Анна Рускевич, арт-директорка фестивалю. Вітаю, шановні гості. Добрий день. Тож хочу надати слово пані Тетяні. Розкажіть, будь ласка, взагалі про фестиваль, ну і відмінності цього року. Цьогоріч фестиваль триває 4 дні, на відміну від минулого року, коли фестиваль проходив 3 дні. Також збільшилась кількість локацій. У місті зараз функціонують 3 локації. Одна стартувала вчора, 3 будуть відкриті для глядачів сьогодні. Це Європейська площа, Катеринославський бульвар та фестивальний причал. Вхід на всі сцени на міських локаціях вільний. І також традиційно функціонує основна сцена на Монастирському острові, куди вхід за квитками, за перепустками до кемпінгу або за попередньою інтернет-реєстрацією. Які відмінності ще цього року? Ми додали фестивальний простір. Це своєрідна арт-зона, де є сучасні інсталяції, де проводитимуться майстер-класи з живопису «Ебру по воді», майстер-клас з гри на африканському барабані, безліч розваг для дітей з призами від нашого партнера «Планета розваг для дітей». І також ми додали лекції. Лекції-бесіди, які присвячені ювілеям наших сторічних відомих джазменів Арто Блейкі та Нату Кінгу Колу. Лекції проходитимуть завтра та у неділю у просторі Google Hub. До речі, у неділю спікером буде Анна Рускевич, і лекція починатиметься о 2-й годині. А у суботу, завтра, лекція починатиметься о 12-й годині, спікер Валентина Фролова. Вона розкаже про харизму і вплив Арта Блейкі на історію джазу і розвиток джазового напрямку. Пані Анна, а розкажіть, будь ласка, взагалі про програму фестивалю, скільки днів він триватиме, ну і які цікавинки чекають на глядачів? Ну, если вы видели наши афиши, то, наверное, уже обратили внимание, что в этом году фестиваль проходит 4 дня. 18 июля сегодня первый день, и будет концерт на Европейской площади, бесплатный для зрителей, где будут выступать музыканты нашего города. Завтра на городских площадках будет уже 3 сцены. Это, опять же, Европейская площадь, фестивальный причал и Екатеринославский бульвар. Сцена «Харизма». Сцену «Харизма» нам помогает делать днепровский бизнесмен Андрей Здесенко. Вот, и, в общем, на каждой из этих площадок будет достаточно насыщенная программа, и в том числе на Екатеринославском бульваре выступят 2 зарубежных коллектива, которые приехали к нам при поддержке посольства. Дуэты Честер Лукас, Франц Бауэр при поддержке консульства Германии в Донецке с офисом в Днепре, так они своеобразно называются, и трио Бернта Райтера, это австрийский коллектив, который, соответственно, приезжает при поддержке посольства Австрии. Ну, а в субботу и воскресенье 20-21 июля традиционно на Монастырском острове пройдут концерты основной сцены. Как всегда, мы делаем джазовые марафоны, как всегда, это артисты самого высокого уровня, если, опять же, вы обратите внимание на программы летних европейских фестивалей в Умбрии, в Ницце, вы можете обнаружить, ну, достаточно много совпадений, то есть это, в принципе, те же артисты, но мы стараемся, конечно, чтобы ценовая политика нашего фестиваля была приближена к реалиям нашей страны. И, кстати, благодаря программе «Культурная столица» в этом году нам удалось сделать вход на территорию фан-зоны бесплатно. Причем фан-зона увеличена, она увеличена примерно в 4-5 раз. Вот, и мы не продавали туда ни единого билета. Все желающие могли зарегистрироваться, и это подарок от программы «Культурная столица» нашему городу. Также на территории фестиваля будет, как обычно, зрительская трибуна. Есть некоторые, ну, опять же, отличия, то есть преимущество людей, которые купили билеты, помимо того, что они
ну, обладают местом. Они еще также в случае непогоды получат дождевик. И на зрительской трибуне есть специальный бар, отдельный именно для этой публики. Вот. И есть у нас также VIP-зона. Она небольшая, но билеты, то есть доходы от продажи билетов на нее идут в благотворительный фонд помощи больным детям КИДа. Что касается того, что зрители увидят на основной сцене, как уже сказала моя коллега, мы празднуем, традиционно каждый год празднуем столетний юбилей джазовых легенд. В этом году, 20 июля, мы будем чествовать Арта Блейки, а 21-го – Нета Кинга Кола. К юбилею Арта Блейки специально к нам приезжает прославленный коллектив The Messenger Legacy. Это фактически официальные наследники маэстро. Сборная команда звезд, номинанты, обладатели Грэмми. Люди немолодые, которые в прошлом когда-то играли в коллективе Арта Блейки. Вот. А 21 числа по инициативе нашего фестиваля будет программа, которую воплощает киевский драм-арт Big Band под руководством Алексея Викулова. А солировать в ней будет Саша Марс, французская певица украинского происхождения. Ее отец известный музыкант Владимир Марховский. И также звезда британской соул-сцены Тони Мамрель. Тони Мамрель многим известен как в прошлом солист группы «Инкогнито», а в этот раз он приезжает к нам на фестиваль в двух ипостасях, как солист программы, посвященной Нета Кинга Колу, и также как руководитель, лидер собственного коллектива. И наш вечер 21 июля будет завершен танцевальной программой и, в общем-то, его команды. Что нужно еще, наверное, упомянуть, что наш фестиваль присоединился к программе «Джазовые города-побратимы», поэтому откроет вечер 20 июля, опять же, команда, так называемая «Jazz Sister City Band» под руководством польского музыканта Сильвестра Островского, и Днепр в этой команде будет представлять музыкант Павел Сидоренко, тоже уже многим известный. Будет по просьбам зрителей всем полюбившийся пианист Сайрус Чеснат со своим трио и новой программой «Калейдоскоп». И 20 числа, как бы наша вишенка на торте, это прекрасная всеми уже полюбившаяся всем ну, как бы поклонникам нашей страницы в соцсетях, наверное, я бы так сказала, группа «Горячие сардины». По крайней мере, мы сейчас видим, что, наверное, наибольшее ожидание наша публика возлагает именно на эту команду, но я совершенно уверена, что все влюбятся, будут танцевать, и это, ну, скажем, для наших зрителей это будет открытие. 21 июля. Хочу сделать акцент, естественно, на легендарном Ришаре Бана. Это, ну, прославленный, опять же, обладающий множеством наград, в том числе Грэмми, музыкант из Камеруна, ныне живущий в Париже. Будет, опять же, всеми любимый квинтет Аргентом под управлением Дмитрия Логвина, и 21 числа на основной сцене они выступят в коллаборации с уже упомянутым дуэтом Честер Лукас, Франц Бауэр, Эли Ди Гибри. Квартет Эли Ди Гибри впервые на нашем фестивале, это музыканты из Израиля. Эли очень титулованный, сегодня фактически ведущий саксофонист, он неоднократно участвовал в международных днях джаза, он выпускает альбомы, которые удостаиваются 5 звезд журнала Downbeat. Несколько лет он играл в сексете Херби Хэнкока. Ну и надо сказать, что в этом коллективе также играет пианист Том Орен, который недавно получил первую премию на конкурсе Thelonious Monk. Эли Ди Гибри и Сильвестр Островский проведут мастер-классы в Днепровской академии музыки. Ну, пожалуй, наверное, я могу говорить о нашей программе бесконечно. Цікаво, як відбувався відбір зірок для участі у фестивалі? Ну, в общем-то, каждый раз это своего рода лотерея, то есть мы изначально продумываем концепцию, стараемся ей придерживаться, смотрим, насколько музыканты между собой сочетаются, но все равно в конечном итоге все решает логистика, потому что, скажем так, программа фестиваля, когда мы начали формировать осенью, она за несколько месяцев пока не утвердилась, несколько раз, в общем-то, преобразовывалась абсолютно до неузнаваемости. Единственное, чтобы
было сразу понятно, что мы будем праздновать юбилей Арта Блейки и юбилей Нета Кинга-Кола. И, кстати, если бы все сложилось иначе, то столетний юбилей Нета Кинга-Кола, наверное, мы на сцену бы пригласили бы другой коллектив, зарубежный, но так получилось, в общем-то, нет худа без добра. У нас не получилось с музыкантом, который готовил специальную программу и сейчас находится в туре. Mm-hmm. Вот, и мы решили попробовать это сделать самостоятельно. Mm-hmm. Скажите, будь ласка, скільки глядачів зможе прийняти фестиваль, скажімо, на острові? І чи є вже у вас дані про ті квитки, які вже продано? Цьогоріч ми розраховуємо, очікуємо приблизно 4-4,5 тисячі людей щодня на головній сцені. І взагалі, думаємо, що мінімальна кількість глядачів за 4 дні буде приблизно 12-14 тисяч. Скільки продано квитків, по кількості зараз сказати не можемо, але думаю, що залишилось процентів 10-15. Скажіть, будь ласка, наскільки наш Дніпровський фестиваль популярний на теренах України і взагалі на міжнародному рівні? Ну, на международном уровне, в музыкальной среде, он уже достаточно популярен, потому что молва буквально распространилась еще даже в 2016 году, поэтому мы получаем регулярно огромное количество заявок от зарубежных музыкантов, которые, ну, в общем-то, спрашивают о возможности участия. Ну, есть какие-то, конечно, еще вещи, которые мы должны сделать в плане пиара. Это работа на будущее. А что касается известности на территории нашего фестиваля, на территории Украины, то до недавнего времени, в общем-то, фестиваль не уделял этому особого внимания, поскольку первые годы становления, еще набивание каких-то шишек. Вот. Но в этом году, вот, с появлением нашей команды Татьяны Дробахиной, мне кажется, ситуация в корне изменилась. И, по крайней мере, ей проделана достаточно заметная работа, и мы видим, что появились и запросы от прессы. Ну, наверное, Татьяна лучше об этом расскажет. Річ можемо вже похвалитися, що наш сайт відвідують і київська публіка, і вона на другому місці після дніпровців. Тобто це говорить про інтерес столичних жителів до нашого проєкту. Також до нас збираються приїжджати гості із Харкова, із Одеси, із Запоріжжя, з Миколаєва. Також очікуємо деяких іноземних гостей, які не виступатимуть на сцені, але ми точно знаємо, що вони будуть в нас. Я думаю, що детально розказати про підсумки фестивалю та зацікавленість ми зможемо вже, коли він дійде до кінця цього року. Пані Тетяно, а нагадайте, будь ласка, взагалі історію встановлення фестивалю. От скільки йому років, що все починалося. Ну, будь-хто з вас дійсно може так, це зробити. Так, це краще, Анна скаже. Ну, не то, щоб я була очевидцем. Вот. Ну, как известно, в 1968 году состоялся первый фестиваль. Вот, он был инициирован джаз-клубом «Юность», и многие из основателей этого фестиваля сегодня приходят к нам и даже выступают у нас на сцене. Вот, кстати, на городских площадках 18 и 19 июля можно будет видеть и группы «Кредо», и Юрия Беленко. Ну, в общем-то, история фестиваля была давняя. В советское время он в буквальном смысле гремел, был одним из лучших, и многие музыканты фактически, ну, скажем, их карьеры стартовали с фестиваля «Джаз на Днепре». Это было очень достойное мероприятие. Поразительно, что оно проходило в Днепропетровске, который был в те времена закрытым городом. Вот, но тем не менее, в общем-то, все удавалось. Ну, а новые времена, как вы понимаете, нестабильность, это сказалось на многих областях, в том числе, конечно, и на культуре, поэтому в начале 2000-х фестиваль практически прекратил свое существование, и вот в 2016 году городские власти инициировали программу «Культурная столица» с целью возрождения культурных традиций города, и фактически по их инициативе мы возродили фестиваль, возродили его совершенно в ином формате, он до этого никогда не был опен-эйром, естественно, не было возможности в прежние времена приглашать зарубежных артистов, поэтому вот так. А за историю фестивалю, какие зірки відвідали Дніпро? В прошлом или... Взагалі, за весь період, ну, там, не знаю, 2000-ні роки, от які дійсно такі особистості цікаві виступали на сцені? Все, що касається прошлих літ, то, наверное, каждый большой музыкант на территории бывшего Советского Союза на сцене джаза на Днепре, мне кажется, был.
по крайней мере, трудно найти имя, которое никаким образом с нашим городом не связано, с фестивалем в нашем городе. То, что касается его уже новейшей истории, то, конечно, у нас в 2016 году был Рэнди Брейкер, была в прошлом году Диди Бриджвотер, позапрошлом Пати Остин, прекрасные пианисты, фактически флагманы фортепианного движения сегодня. Это Сайрус Честнат, Бенни Грин, Дада Марони, Джой Ди Франческо, это, наверное, ведущий органист мира, Джеки Террасон. Я могу кого-то не упомнить, потому что программа достаточно обширная, и на основной сцене, в общем-то, все артисты, которые выступали на основной сцене, это большие звезды и великие профессионалы. Трой Робертс. Трой Робертс, безусловно. Рік Маргітса, Дебора Браун. Яку модернізацію пройшов фестиваль, ну, скажімо, за останні там, 3-5 років? Ну, 5 років. Ще нема. Наступний рік. Фактично, це четвертий раз, значить 3 роки ми существуємо. Ну, по сравнению з 2016 году, конечно, ми стали работать на сцене большего объема, соответственно, вся аппаратура несколько изменилась. Ну, в этом году реорганизация самой площадки, как вы уже знаете. Також цьогоріч був спеціально до фестивалю побудоване понтонне місце, унікальна історія для України, понтонне місце у мирних цілях для того, щоб людям було простіше приєднатися до фестивалю. І цей міст буде діяти впродовж деякого часу, поки триватиме 3 фестивалі. Відкриватиме цю історію «Джаз на Дніпрі», от вже завтра. Потім фестиваль авторської пісні «Облака» і завершуватиме фестиваль сучасної музики «Без віз». Тому і також можна сказати про діджиталізацію. Ми знаємо, що інтернет-технології, IT-технології, вони зараз володіють світом, тому ввели цьогоріч інтернет-реєстрацію, побачили, який успіх на майбутнє. Думаю, що будемо працювати з чат-ботами, з мобільною аплікацією, і також є ще там деякі плани по застосування IT-технологій для просування і підняття іміджу фестивалю «Джаз на Дніпрі» на більш високий рівень. Ну, розкажіть, будь ласка, трішки про свою команду, яка робить таку масштабну роботу. Скільки це людей? Команда у нас зовсім небольшая. І взагалі, скільки готується фестиваль, в який час? Подготовка фестиваля, в принципе, по-хорошему занимает практически год, вот, но с разной степенью интенсивности. И можно сказать, что вот где-то с января уже работа фактически идет круглыми сутками без выходных. Команда у нас небольшая, это, в общем, с чем-то, пожалуй, наша проблема. Вот, но мы надеемся, что будет возможность ее увеличить. Я не знаю, может быть, кроме, если не считать ли, как бы, привлеченных команды специалистов, то есть подрядчиков, то я так думаю, что наша команда сегодня человек 6-7. Дякую вам. Наш час підходить до свого завершення, тому ще раз маєте змогу запросити глядачів на фестиваль. Будь ласка. Будем рады видеть буквально каждого. Я уверена, что каждый наш зритель найдет себе музыку по душе и уйдет через несколько дней, останется с прекрасным настроением, которого хватит на год вперед, и обязательно к нам вернется в 2020-м. Запрошуємо на концерти основної сцени, долучитись до New Story і спілкування без обмежень в стилі джаз. Ну, а я дякую вам, шановні гості, за те, що завітали на відкрите і за запрошення. Вдячна телеглядачам, що слідкуєте за ефіром відкритого. В студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступного включення.